При поддержке администрации города и Совета депутатов совместно с сотрудниками ГИБДД в Конаково состоялась всероссийская акция «Георговская ленточка». В качестве волонтеров главных действующих лиц мероприятия выступили юноармейцы школы номер 9, которые раздавали символы победы всем желающим. Подробнее в нашем сюжете. По всей стране стартовала акция «Георгиевская ленточка», которая продлится вплоть до 9 мая. В Конаково акцию поддержали администрация города и Совет депутатов, которые обеспечили юноармейцев символами Великой Победы. В акции приняли участие и инспекторы ГИБДД, которые внесли свою лепту в организацию мероприятия. Этот символ, да, это символ ленточки, где его рекомендовано носить? Рекомендовано носить в области сердца, на груди, так как это уважение. Вешать этот символ на сумочки, на какие-то другие приспособления, ну, в принципе, это очень некультурно. Определенных норм ношения ленточек нет, но организаторы акции просили относиться к ним с уважением. Не повязывать на машины и сумки, а также не использовать как легкомысленные украшения в прическах. Более того, ребята подготовили соответствующие памятки с рекомендациями, которые раздавались прохожим вместе с символами победы. Участники акции подготовились к мероприятию с большей ответственностью. Заранее подготовили еще и простые тематические вопросы, ведь акция подразумевала под собой небольшую викторину. Я бы хотела узнать, как наши граждане города Конаково знают правила и знают, почему на георгиевской ленточке, например, цвета оранжевый и черный. Почему? Потому что черный означает дым, черный дым, а оранжевый как пламя. Кроме того, участники патриотической акции интересовались у конаковцев о правилах ПДД. Каждому прохожему выдавались не только георгиевские ленточки и рекомендации, как их носить, но и памятки о правилах дорожного движения. Также в ходе проведения данного мероприятия мы напомнили участникам дорожного движения о правилах безопасности на дороге, о необходимости убеждаться в своей безопасности при переходе проезжей части, как правильно обойти и пройти проезжую часть, когда пассажиры приехали с автобусом. Активисты волонтерского движения «Юнармия» в специальных жилетах раздавали георгиевские ленточки на центральной площади и возле фонтанов. Подобные акции пользуются большой популярностью среди горожан. Символ победы многие берут не только для себя, но и для своих близких, чтобы таким образом выразить уважение к воинам, сражавшимся за Отечество, а также всенародную гордость и благодарность за Великую Победу.